Такие дела, да. Так, давайте крутить. А что же мы будем играть? Что же мы будем играть? Твой выбор Geometry Dash. Мой выбор, я даже не знаю, что бы я выбрал, на самом деле, из этого всего. Ну, самое простое было бы, наверное, халфа. И выпадает Imbirbis Virtus. Она так и называется, так пишется имя. Выпадает шанс, у которого больше всего процентов было, собственно говоря. Сейчас. Imbirbis Virtus, или как она там называется правильно? Фэнтезийные приключения. Блин, а почему-то сейчас на нее нет, чуваки, скидки в стиме. А в Гоге есть, так сказать? А в Гоге-то есть? Походу придется в Гоге покупать. Да? Ну и хуета, кому на это интересно смотреть. Так а чё ты, я не закинул мне хуету в таком случае. Thanks for trying. Мог бы закинуть, и мы бы играли не в хуету в таком случае. Достаточно легко все это контрится, чуваки. Как говорится, не хочешь хуету? Заказывай не хуету, ты опоздал? Ну и чё, ещё будет когда-нибудь, успеешь. Так копи поинта на не хуету, так сказать. Чуваки, ну я поставил, так сказать, на приобретение. Что не в Гоге что-то скидки нет, а сейчас скидки на игры. Рерол по техническим, почему? Почему? Потому что нет скидки на распродаже, типа. Как раз бы одного заказа хватило, чтобы сместилось на один пункт. Не факт, что она вообще ролилась бы так. Неизвестно. Да? Не обязательно. Не обязательно. А почему эта игра так, типа, форсится уже не на первом ауке? Типа, она интересная, что ли? Хорошая или нет? Просто смешно, как ты будешь орать. Я вот слышал то, что у людей бывают проблемы с этой, в другой игре, в которую надо орать, которая называется Фазмофобия, что ли, как-то так. И поэтому ее многие дропают, в том числе стримеры. То есть не так-то легко это все настроить. Проблемы с соседями у меня... Ну, не должно быть. Ну, орать я не собираюсь. Не знаю, зачем мне орать-то. Проблема с доступом к соседям. Отправляй смс на номер «Я не лох». У фазмофобии... Не, у фазмофобии проблема с микрофоном. Потому что она почему-то не распознает всю эту хуйню. Так, ну приобретается игра, так сказать... Понял, next раз тоже игру с криком закажешь. Зачем? Зачем? Не, ну, можете заказать что угодно, да. А какие еще игры с криками есть, в которых микрофон используется? Я вот только знаю, наверное, реально фазмофобию, да и все, наверное. Есть Type of the Dead, но там надо именно писать слова. А что еще есть? Где войсом управляешь? Seaman. Семен. One hand clapping. Дота. А в доте что ты можешь? Мне кажется, наоборот, тебя только нахуй пошли в доте, если войс включить. Она на Dreamcast. О, нихера себе. Что-то похоже на Flappy Bird, где надо орать, чтобы херня летали выше или ниже. А, ну может это мобилочка была, да? Что-то такое тоже видел, по-моему. Что-то такое помню. Видел то ли видосик, то ли что-то такое, то ли гифку. В детстве игра была, где нужно было отрядным истребитель давать команды. Ужасно работала, но год 2005 был. Представляю, какие люди, у людей были микрофоны в 2005. Чтобы там речь нормально распознавалась, что надо было сотворить, так сказать. Так...
Так, сейчас, one moment. Ничего не видно просто. Ой. Заставить играть End War, но только голосовыми командами. Это вы про эту стратегию, что ли, говорите? Не, стратегия сложная, чуваки. Стратегия это не для меня, мне кажется. Ну, типа... Я в свое время наигрался. Герои, Warcraft, вот это вот все. Хотя, может, это, конечно, не те стратегии, про которые люди обычно говорят. Да? У тебя гоночки? Конечно. Ну, в гоночки достаточно просто, мне кажется, играть. Так, сейчас. Ну-ка. Что у нас там? Запустится в нормальном разрешении. Окей. Что-то она там запускается. Я не знаю, стрим не упал случайно, потому что она запустилась в шокальном разрешении. Я не вижу 2К разрешения нормального. И при альтабе ОБС может крякнуться. Нахуй. Сейчас. Вроде работает пока стрим. Да, игра на третьем Unreal, мне пришлось принимать. Не, не вижу 2К. Есть 1080, есть... Да, можно просто не full screen сделать. Чтоб мне каждый раз не альта было. Сейчас. Просто со всеми этим перезапуском рано или поздно произойдет хуета. Так, окей, сейчас. Стрим идет вообще? Вроде идет. Стрим упадет через 5 минут. Почему? Сейчас я поменяю тайтл. Как там эта игра называется? Прятала машин. Так, теперь игра. А захватывается? Господи, что так громко? Нуп. А так? В окне? В окне захватывается. Бля, громко пиздец. А что так громко-то? Видео. Да, здесь почему-то вот макс разрешение 1080, 1920, 1200, 1920 на 1440. И 3620 на 2036. То есть это максимальное разрешение, которое я могу поставить. Громко, да, чуваки? Еще тише, что ли, сделать? Что-то громко-то.
Что такое горизонт блум? Горизонтальный блум? Окей. Серьезно? Перезапустить игру? Ладно, похуй, так сойдет. Ладно, давайте таймер врубать. А, название вроде обновил. Че, микрофон? А, че? Алло? Раз-раз. А че так тихо? Обновить устройство. Раз-раз. А че так? Растяни в окно? Блять, ну оно тогда будет с этот... криво. Я просто в окне запустил, чтобы я мог нормально альтабаться, иначе стрим кракнется, чеки. Че, вам настолько это плохо, что ли? Оно криво будет просто. Смотрите. Дело хозяйское. Ну-ка, авто этот. Ща. Не, оно, видишь, подогнать по размеру экрана. То есть, вот автотрансформация. Че, думаешь, сам умный, что ли? Это и есть размер экрана просто. Вот оно такое. Оно у меня, говорю, в окне. То есть... Притянуть под экран. Стримлапс, OBS, OBS это кал. Воспоминание речи. Что? Что язык заклинаний? Выдуманный язык Invirbus Virtus. Sorry, Kingdom для использования в качестве языка обозначения для лучшего погружения. Что? Английский, махаки. Знаю, что надо делать, чуваки? Надо новую игру нажать? Активировать дополнительные подсказки. Окей. Ладно. Окей. Она все равно всрата в ОБС у вас. Вон там сверху кусок. Я пофикшу потом, после катсцены. Жать Alt F4 зачем? Не надо. Это амнезия, что ли? Вторая. Нам тоже дурацкой пустыни просыпаешься, можно сказать, что. В третьей? Не, вторая часть же... Типа Machine for Pigs не считается же полноценной частью. Что, спин-офф? Блин, еще так ярко, пиздец, еще и лагает. Че, а че лагает-то? Странно. Передвигай. Господи, сейчас так, мне надо вам пофиксить картинку, да? Так, норм будет. Ну, мне придется, видишь, растягивать, типа, вам часть картинки будет съезжать. А, передвигайте мышь или правый стик контроллера, чтобы установить. Используйте левый стик контроллера для ходьбы. Окей. Из захвата окна. Я просто в окне запустил, и она в 1080. А, тут нет 2К. Теперь все равно всратая хуйня. Ой, бля, сейчас что. Или она так и будет, короче, при альтабе. Я вообще в ОБС. Вы видели, как это выглядит? Ладно, окей, так сойдет, я думаю. Блять, теперь ХП не видно. Ну ебанистика. Глаза болят от света. Нажмите Spacebar или геймпад A, чтобы прыгнуть. Замечательно. Что такое геймпад A? Но очень светло, да. Так норм, чуваки. Держите левый shift или геймпад shoulder, чтобы бежать, что? Окей, бегу.
Бегу. Мне кажется, там можно будет чуть громкости прибавить, потому что что-то она была громкая, а сейчас тихая. О, наконец-таки. Чтобы смотреть надпись, подойдите к ней поближе, нажмите Е или геймпад X. Где надпись-то? Это надпись. Вот это надпись. А? И чё? Окей. Устав, да? Но я еще его не знаю, получается, технически. Мускарта. Не-не, мы еще не ходили к старцам на гору, чтобы обладать такими безумными умениями. Так, и что? И чего? Что дальше-то? Ну, рассмотрел я надписи, что? Мне что-то надо делать? Что делать-то? Блять, комар летает по духам. Еще одна? В смысле? Где? На обрушившейся колонии где-то? И чё? Вот это что? И чего? Дальше. Нажмите G или геймпад Back, чтобы открыть дневник. Язык Махаки. Это мне надо прочесть? Я провел много лет, изучая идиомы, известную как махаки, что означает язык творца, но пока я только в начале пути. Несмотря на то, что я изучал многочисленные артефакты, содержащие надписи на этом языке, расположенные без так сильно отдаленных друг от друга, распознать я смог лишь несколько фрагментов. Теперь же в зале храма, в существовании которого я не был уверен наверняка, что-то произошло. Теперь у меня было полное представление о махаке. Потому что я не верил в легенды, но в этих письменных символах есть сила. Почему ебаные подсказки на геймпад? Бля, заебали, иди нахуй геймпад. Я отрубил, но ничего не произошло. Что за кал? Хватит. Что это, блядь? Пиздец. Ой, что за лаги такие? Так, давайте чуть прибавлю громкость. Тиховато все-таки, да? Надеюсь, мы не оглохнем потом. Так. Встаньте в круг круга памяти, чтобы сохранить игру. Да? Я сейлся? Господи. Окей. Окей. Что это? Что это? Это типа карта, как мне надо пройти? Ладно. Это что? Кристаллики какие-то. Пещера. Нам же вообще не объяснили, да, за кого мы играем, что мы сейчас здесь делаем. Мы какой-то исследователь гробниц? Тома. Не знаю, иду, короче, прям. Что это? Что это? Закрыто. Закрыто. Это не для вас. Блин, я сейчас заблужусь в пещере просто. Все одинаковое. Хотя, возможно, я должен был по карте ориентироваться. Что это такое? Свет. Свет не враг тьме. Наоборот, он ее дополняет. Он ее брат, которого некогда перехвалили. Мир держится на лжи о том, что свет олицетворяет добро и противостоит теням, изгоняя их. Баланс между ними всегда смещался в сторону ослепительно яркой части творения. Никто не осознавал важности их равенства, но свет и тьма — две стороны одной сущности, пронизывающей весь космос. Когда одна из них преобладает, изменения неизбежны. Со временем ничто не остается самим собой, и эти перемены не всегда ведут к порядку или хаосу. Я чувствую силу ослепительного света, исходящего из моей руки, как будто сама божественная благодать не зашла из моих рук. Стоило лишь сказать... Это английский? Люме тиал. И тьма склонилась передо мной. Что? Окей. Будучи заклинание, у формулы написано в дневнике. Для использования заклинания держите left mouse button или геймпад триггер, поднести формулу, затем отпустите кнопку. Что? А, то есть я вот это. Люме тиал. Чуваки, не работает, походу. Он вообще распознает, не? Или лучше язык вода? Я не менял, махаки, типа. А что, английский надо поставить? Какой лучше поставить? Типа английский? Я же не менял, наоборот.
Или чё? Что она? Потому что он вообще не реагирует, такое ощущение. И микрофон почему-то раз-раз. Ну, типа, мне надо прям в него говорить вот так? Или чё? Или, или лучше микрофон с вебки? Громкость. Нет, так вообще не работает. Люметиал. Не работает, чеки. Хуйня какая-то. Хуетиал? Хуетиал работает, прикиньте. Че за хуйня? А почему? Блин, читерская хуйня какая-то. Колдун ёбан. А что я сделал? Я типа поджёг что-то? Хуетиал. Блять. Хуетиал. Тиал. Люметиал. Нет, чуваки, так не работает. Да не, это дешевый же микрофон. В смысле мажорный. Раз. Он почему-то тихий очень. А если выбрать с вебки? Раз. Но они какие-то тихие все. Раз. Да. По сравнению с твоим. Ну, может быть. А что такое голосовые профиля, типа? Может, английский поставить? Окей. Люметиал. Что, блин? Let there be light. Let there be light. Let there be light. Хуйня. Ого. А зачем мне это? Ну это он хоть распознал, типа. Так, а шо, куда я иду вообще? Что я делаю? Что мне делать-то надо? Настроить свои слова? Ого, как говорится, да. А чё, чем я занимаюсь? Надо потренироваться с Люметиалом? Ну, хуй знает. Ну, хуй знает. Люметиал. Ебучий. Так, ладно. А зачем мне вообще? Let there be light. Бля, это так кринжово. Оно как-то с задержкой, да, чуваки? Смотрите. И чё? Ну, свет, и что? А, то есть, вот для чего свет нужен был, чтобы здесь пройти, окей. Она ждет, когда ты замолчишь, понял. Ну, может быть, с Люметиаль-то заработает. Давайте поставим, окей, сейчас. Окей. Может, надо просто было молчать, а не спамить, так сказать. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Что происходит? Что это такое? Какие-то воздушные потоки. А что у нас с рукой вообще? Почему так? И почему у меня есть полоска ХП? Я потом смогу кастовать фаерболы, типа здесь будет боевка прям? Или что? Так, стоп. Ой. Я падаю? Или нет? Или так и должно быть? Нет, так должно быть, наверное. Какие-то камушки. Так, это что там? Еще новая, что ли, майка какая-то? Луч света. Экта люме. И выпустить из руки луч чистейшего света. Когда появляется свет, тьма это чувствует. Не стоит думать, что она убегает. Нет, она сама ищет его. Слышишь ли ты, как она приближается, едва у тебя на руках расцветает слепительный росток? Не просто же так твои плечи тяжелеют, как будто над тобой что-то нависло. Тьма не боится, у нее нет для того причин. Наоборот, она неистово жаждет встретить своего братца. Да? Твое бредное тело, пропитанное тьмой, может угаснуть, но тьме все равно, потому что когда начнешь играться в Повелителя Света, тени последуют за тобой.
Они будут рядом, пока жизнь тебя не покинет. А после попируют ею. Ты не рад? Теперь ты должен нам, брат. Я знаю одно, что выпустить из руки луч чистейший свет, достаточно принести Эктолюме. Эктолюме. Причем это Google Баба говорит, что ли? Эктолюме, привет, Кремич. Эктолюме. Таинственные надписи подсказали мне, как его использовать. Механизм питается правильным цветом. Эктолюме. 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 Не понимаю. Эктолюме. Эктолюме. Блять. Люметиал. Отпускай после произношения? В смысле? Люметиал. Хуйня какая-то. Ты волшебники пошел, блять. Эктолюме. Эктолюме. Когда отпускаешь? Эктолюме. Люметиал. Чуваки, вы не шарите. Люметиал. Люметиал. Let there be light. Что за хуйня, чуваки? Сломалось все, не работает, блядь. Эктолюме. 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 Сука. С пробелом нужно? В смысле с пробелом? Эктолюме. 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 Мне кажется, она просто хуёво микрофон распознает по какой-то причине, я не знаю. Потому что видите, какая громкость? Хуёвая. Ну давайте попробуем с вебки микрофон, может он лучше распознает. Эктолюме. Попробуй кричать. Меня из дома выгонит. Эктолюме. Эктолюме. С вебки как будто получше, походу. Я хуй знает, короче, гайс. А что делать-то? Ну окей, и что? И что дальше? Что происходит? Ага. Блять, еще не упасть бы. Я так должен делать? Или нет? Или я хуйню какую-то делаю? Что? Я не понимаю. Что? Это портал, блядь. Что вообще? То есть я отсюда вот припрыгнул? Или мне все вот сюда надо теперь? А? Ой. Где вообще? Что это за хуйня? Люметиал. Блять. Люметиал. А что вообще? Что происходит? А? Мне сейчас сюда надо? Может мне не сюда надо? Какие-то витражи. Какие-то штуки летают. Эктолюме. И что дальше?
Я по этой карте что-то должен был понять, типа, где я нахожусь? Что это мне дает? Эта игра мало того, что супер всратая, так она еще нихуя непонятная. Типа, чё, бля? А? А? Что? Может, мне не сюда? Ничего не понятно. По сути, у тебя никакой цели-то нет, а то есть ты рождаешься сразу. И все. Господи, что происходит? За что? Иди с нарку, на какую, на вот эту, что ли? И чё? Экта люме? Экта люме? Какую арку? Вот это? И что? Тут хуйня какая-то, тупо вообще ничего нет. Не, мне кажется, я что-то там не доделал. Я мог светить, короче, на камне. Вот что я мог. Может, мне не сюда просто пока что? Или в чем прикол был? Сейчас я вообще упал, лол. Или обратно я не могу вернуться? А, видимо, обратно я уже не могу вернуться. То есть, мерили сюда. Теперь надо понять, что от меня здесь хотят. Блин, на скелл. Может, я какой-то спелл где-то должен выучить? Там был еще один камень, ты его не спустил. Его видно, что ли, хочешь сказать? Есть магия только светения, и все. Экта люме. Экта люме. Она как-то еще подлагивает постоянно, пиздец просто. Туда, ну вот и что. А, ну то есть вот так надо делать, чтобы ходить по ним. И то есть я могу сюда вернуться. И в чем смысл? И в чем смысл дальше? Или кроме прохода нет никакого смысла. То есть мне действительно туда. Вот здесь что-то еще есть, какой-то портал. Не портал. Что происходит? Не, ну здесь, хочешь сказать, мне надо прям вернуться назад? Экта люме? А почему мне об этом никак игра не намекает, так сказать? Как я бы... Вот здесь сейф есть. А в сейве тебя не регенит никак? Мне кажется, у меня хп нихуя не осталось. Это пазл, но просто как-то игра... Не особо на это намекает. Я не помню, чтоб я что-то видел, что там можно на что подействовать особо. Ну ладно, чекаем, чё, я хуй его знает. Так, а чё здесь? Здесь вроде ничего нету. Люметиал. 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 Смотри, как это сложно. Я не хочу быть магом. Вот здесь на эту хуйню что светить надо или что? В пещере вроде особо ничего нет.
Да, поди разбери в этих, в этих катакомбах, куда тебе дальше еще. Ты что такое здесь был? Станьте внутри круга памяти. Ну так это начало совсем. Тут как бы... Откуда мы зашли? Тут вроде ничего нет. Какая-то другая развилка, maybe, есть. Откуда я пришел? Хуй его поймешь. Идти по правой стороне. Вот сюда, что ли, хочешь сказать? Вот это? Как оно? Экта люме. Пиздец. Рили? Экта люме. Ёбаные жуки, блять. Да, я уж понял, что их надо бить. Ох, с них хп выпадает. Как из ведра ливануло. Чё у вас опять? У вас сегодня целый день, по-моему, это говно. Ёб твою мать, а чё потушилось? Шо потушилось? Так. Окей, ну какой-то прогресс есть. Блять. Экта люме. С вебки почему-то лучше захватывает звук. Не знаю почему. Конкретно в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Экта люме. Ну-ка, стрисните. Мешают мне пройти здесь, уроды. Так. Что это, медузы какие-то? Нет, это грибы. Отражение, нихуя себе. Нихуя себе. Новое слово какое-то? Нет, это что-то другое, наблюдатель. Глаз Тринити наблюдает за тобой, но тебе не нужно делать то же самое. Ты должен без спешки подойти к нему с опущенной головой, потому что терпение — это обязанность паломника. Только его присутствии не раньше, ты можешь поднять голову или ты встретил его величие в ожидании божественного суда. Или ты будешь сочтен чистым намерением, ты получишь благожелательность истины. Что? Наблюдатель? Что это такое? Вот бы Хогвартс Леджеси тоже голосовой был. Так а что там, Малахамора там? Вингардиум Левиоса? И все, и больше ничего не надо знать. По сути. Ой, что произошло? Ой. Так, я правильно иду? Еще какое-то слово? Нет. Экта люме. Нет, заебали уроды просто. Ебать! А что так хп закончилось? 6. Чё? Чё? Надо хп взять. Биби. Я застрял. Шо? Так, и чё здесь? Опять жуки какие-то. Я слышу жуков, мне кажется. Так, чё? Вниз, что ли? Ой, а как? Чего? Не понял. А-а-а, нихуя себе. Платформа, кажется, есть. Я думал, может, какое-то заклинание надо для парения выучить. Не вейпа парения, а типа как в воздухе парения. Так, это что? Что? Кристалл какой-то. Видимо, надо посветить на него. Экта люме. И что? Ёб твою. Для файвхедов хуйня какая-то опять. Так, и чё? Всё, что ли? Open up?
На время? Нет, нет. Найс. А, что-то с его давно не было так-то. А это что за дверь? Вот наверх можно пойти. Можно наверх, можно вниз пойти. Не закрыто. Хм. Ну, видимо, это шорткат мне потом. Пока что я не умею это открывать. Это напоминает, короче, древо, где ты спускаешься грибочком всяким в Dark Souls. Так, это что? Что это такое? Это то, что отнимает у тебя заклинание, заряженное в данный момент. Налево и направо. Так, это что такое? Командная метка, что? Что? Ваш дневник был обновлен, да? Глаз, типа. Это вроде что-то вроде алтаря, похоже, прямо перед ним проводили какие-то ритуалы. Я не знаю, как его использовать, стоит уделить время тем записям, что я нашел, они могут пролить свет на происходящее. Свет, типа, на происходящее. Вингардиум Левиоса. Не работает. Люметиал. Люметиал. И шо? Типа свет вот здесь, вот это что ли? Что-то можно с этим сделать. Либо светом ёбнуть сюда. Экта люме. Странное дерьмо. Почитай предыдущую запись. Что? Какую? Язык махаки? Вот это что ли? Я провел много лет, изучая идиомы, известные как махаки, что означает язык творца, но пока я только в начале пути. Несмотря на то, что изучал многочисленные артефакты, содержащие надписи на этом языке, расположенные в местах сильно отдаленных друг от друга. Знаете, я смог лишь несколько фрагментов. Теперь в зале храма, часовня, которой не был уверен наверняка, что произошло. Теперь у меня полное представление о махаке, потому что мне верил легенда, но в этих письменных символах есть сила. На том камне был. Че, вот это? Так, а как? Или ты имеешь в виду вот это, что ли? Командная хуйня, типа, или что? Командная метка написана. Или о какой записи идет речь? Вот это что? Ну, типа он луч держит и светит. Об этом идет речь. Это похоже вот на эту хуйню. То есть я должен как-то вот так стоять, что ли? Экта люме. Экта люме. Надо держать так или чё? По-моему, больше происходило, когда я люметиал делал. Экта люме. Люметиал. Типа здесь тьма была, но теперь видно все. Да, в этом прикол или что? Какие-то лучи видны вон, кого-то подсвечивается. Из этого не похоже на эти метки. Наблюдатели. Экта люме. Экта люме. Наблюдатели, прочитай.
Ас Тринити наблюдает за тобой, но тебе не нужно делать то же самое. Ты должен без спешки подойти к нему с опущенной головой, потому что терпение — это обязанность паломника. Только его присутствие. Типа вниз, что ли, и потом поднять надо. И чё? Что? Без спешки пройти с обычной головой. Господи, ещё блевану. И чё? Сейчас можно? Я что-то не так сделал? Ну, музыка заиграла какая-то. Только его присутствие не раньше. И чё дальше? Ничего не понял. А дальше ты чё? Надо кастануть что-то или что? Блять, нихуя непонятно из этой записки. Act Lumen. Что-то происходит или что? В ожидании божественного суда. Получишь благожелательность истины. Я так понимаю, он какой-то спелл мне должен дать. Act Lumen. А, лол. Что? Надо просто смотреть на эту хуйню? И чё? Ебать. Что? Здрасте. Буба. Микен Калвай. Тиа Веритас Удали. Эвиан. Тиалуда. Тиалуда. Что? Тиалуда. Да, мне нужно как типа. Тиалуда. Все, понял, надо держать руку. Нельзя просто сказать. Что? Может, не стоило признать, я бы остался женщиной с бубой? Знак подчинения. Воля — это сила, которую часто недооценили. Определение может привести к невероятным результатам. Способность навязать собственную волю другим живым существам является одним из величайших даров, которые только можно было бы пожелать. Явное это навязывание или скрытое — это не имеет значения, но управлять, не имея заранее разработанного плана, — это безумие. Нет ничего опаснее, чем внезапность. По мере необходимости оплетите свои паучьи сети, колыбель ваших амбиций, на многие годы терпеливо ждите и всегда оглядывайтесь назад, чтобы найти свои ошибки и исправить их. Объекты, помеченные знаком подчинения, можно активировать, наведя на них обзор и произнести Тиалуда. Тиалуда. Это не настоящее заклинание, оно больше похоже на приказ, чем на то, что объект в состоянии понять и выполнить. Поэтому я могу использовать эти слова, даже когда в моей руке другое активное заклинание. То есть понятно. Можно одновременно свет и это заклинание произносить. Тиалуда. Тиалуда. Пиздос. Что это? Сейф. Ого. Великолепно. А это что? Портал? Ого. И что дальше? Типа мне сейчас сюда идти, а там было что-то, что я мог открыть? Вот я вот не помню что-то, если честно.
Эктелюме. Эктелюме. Здесь было что-то разве? Не вижу знака. По-моему, здесь ничего нет. Где кто? Twitch прислал письмо. Присоединяйтесь к бета-версии смайликов для фолловеров. Уже доступно. Активируйте 5 смайликов. Видимо, активировали еще и смайлики для фолловеров. Надо придумывать, чуваки. Пиздец, ёбнешься просто. Просто ёбнешься. Вот это, что ли? Блин, я вообще не видел. Тял уда. Тял уда. Смайлики на стол быстро. А что ты требуешь, я не понял, Никра? Жесть. Фолловер террорист. Спасибо большое, Румлс. Спасибо большое за 18. Спасибо большое за ресурс, за поддержку. Здорово. Круто, что куча смайлов насыпали. Ну, в целом, да, наверное, да. Люди любят смайлики. Другое дело то, что не у всех есть возможность как-то что-то там нарисовать, придумать, да. Не у всех есть знакомые художники. Ну, или бабки платить художникам. Это тоже не дешевое удовольствие так-то. Ну, или Mad Skills, да, так сказать. Эктелюме. Вип-вип-вип-вип-вип-вип. Считаем, что это как реген ХП, короче. Еще бы компаньонам смайлов для фолловеров насыпали. Лишь губу раскатал. В конце года, наверное, веду. Хотя, может, уже сейчас и всем добавили. Не знаю. Потом вот сейчас закончим с этой игрой. Почитаем письмо. Что написали. Что, я не могу сохраниться? А, надо вот так, 4, окей. Окей, вот так вот. Так, опять какие-то кристаллы света. Эктолюме. Эктолюме. Загадки. И чё от меня хотят? Куда я должен этот свет провести? Вот туда, типа? А я могу это двигать? Я, скорее всего, могу... А, я могу это двигать. Как там этот спелт называется? Тело, да. Не, ну как бы на этом я думаю, что мое путешествие на этой комнате закончилось. Тял уда. Тял уда. Интересно, это финальная точка или еще куда-то надо другое место? Потому что если я сюда сейчас его подтяну, то дальше оно как бы этот самый, да? Или можно похуй двигать вообще? Тут же можно зафакапить или нет? Эктолюме. Интересно. Интересно. Ну, вроде оно сейчас попадает, но мне, видимо, нужно туда красный, что ли? Прям вообще нельзя исправить надо будет. Странное дерьмо какое-то. Так, это вот красное не двигается. Мне, видимо, именно красный луч, что она, типа, чтоб попал. То есть белый луч не подходит, получается. Таким образом, мне нужно вот эту вот хуйню двигать сюда. Блин, я постоянно забываю эти спылы. Тяжело быть магом. Тиалу, да. Ого. Ого.
И что? Оно открылось? Оно открылось? Не понимаю. Блядь, как мне туда залезть? Оно на время, походу, гайс. То есть я должен еще эту хуйню отодвинуть? Ну... Да? А что за... Наебало. А как ее отодвинуть именно? Тял уда. Все, понял. Ладно, я пошел. Хе-хе. Ой-ой-ой, новая магия. Опять учить что-то. Ой, я утонул. Что за магия-то? Что за магия? Телекинез. Что делает тебя разумным существом? Это не твои руки или глаза, а твой разум. Даже зверь может контролировать свои руки и реагирует благодаря своему зрению. Но мог ли он сможет сделать щит? Чё? И меч из ничего? Ты не твое тело и твой разум. Куча плоти, вьющаяся в твоем черепе, только лишь средство из реальности, не может быть услышана или увидена. Она может быть воспринята. Тьма, как, так же, как и свет, наблюдает за тобой. Чем больше ты используешь свой разум, тем выше твой прогресс, тем больше они узнают, где ты есть. Все изменилось. Когда-то они были хорошими, они жили ради нас. Но предательство наших умов не прошло незамеченным и безнаказанным. Хотя история изменилась, все осталось прежним. Правда освободила нас, но, возможно, это был наш крах. Я сейчас пишу лишь силы своего разума. Все, что мне нужно было сказать... И перо начало двигаться, подчиняясь моим мыслям. Оби-кену. Кроме того, в рунах сказано, что объекты можно перемещать ближе или дальше, пока манипулируешь ими, надо лишь сказать «эктонеме». Эктонамет. Или нам... Намет экто. Блять, у меня сейчас голова лопнет. Три спыла. Действительно ли мой разум настолько силен? Я начинаю что-то ощущать и не могу сказать, что это, но что-то и в самом деле во мне изменилось. Оби-кену, эктонамет, намет экто. А что мне нужно двигать-то именно? Я ебу, что ли? Эктонаме. А, и он тупо луч света почему-то активировал, что? Оби-кену? Притянуть я что? А, ну, наверное, если я что-то могу притянуть, то иконочка поменяется, да? Че, мне отсюда уходить? Просто там какой-то проход кому-то есть дальше? Или мне сюда надо? Только силы мысли. Не каждому надо перемещать объекты силы мысли. Это вмешательство в реальность позволяет пренебрегать неизвестными законами природы, но многие все равно продолжают смотреть на мир так, как будто эти силы непреодолимы. Потяжение новых знаний такими паломниками прекращается, ибо они не в состоянии смотреть сквозь завесу. Я что такое? Луч какой-то свет. Люметиал. А чё оно тебе постоянно притягивает? Что? А как здесь пройти? Что? Не понимаю. Что? Чего? Ничего не понимаю, блин. Ничего не понимаю. Я могу присесть? Нет, на Ctrl нельзя присесть. А, вот теперь могу пройти. Я застревал просто здесь, лол. Окей. Оби-кену. Ебать. И что, что у меня с рукой стало? Что такое? Типа я трогать могу все теперь? Экта люме. Время движения удержите middle mouse button или геймпад. Что, поворачивай камеру, чтобы осмотреть вокруг. Что? А что сразу-то не сказали? Что сразу-то не сказали?
чем прикол? Мне нужно подвинуть камешек. Привет, лучок, как? Сложно, сложно быть магом, могу только сказать, что... Обикену? Экто наме? Экто намет? Экто намет? Он тупо вот эту хуйню активирует, световую. Я не понимаю, что от меня хотят. Видимо, я должен как-то понять, куда светит эта хуйня. И с какого-то радиуса подсветить просто, чтобы оно во все попало. Мне же надо только в дверь попасть, или мне надо, чтобы все лучи отражали? Кристалл на двери. Ну вот хер поймешь, какой именно. А как-то странно работает. Это как-то... Я не совсем понимаю. Патрону зызать? Уже были идеи. Заклинание из Гарри Поттера. Без эксперта в чате проходить? Берешь и проходишь? Пиздец, ну ты, конечно, дал, Никра. А не могу просто посветить, типа? Не? Да, просто играй в игру, лол. В чем твоя проблема, как говорится? Просто бери и проходи. Она как-то, видите, короче, я не знаю, либо у меня кривые углы, иногда бьется в другие. Я вроде на одном месте стою, но это как-то на миллисекунду. Во, смотрите, что происходит. Сейчас он вообще Витьку отражается. Место, куда ты попадаешь лучом. Да, но оно иногда... Типа стартовая точка от этого зависит. И дальше она потом не перемещается. То есть надо отводить луч каждый раз. Что такое было сейчас? Вот она буквально на секунду, видите, налево била, и как, что, почему? Типа, я ближе должен был стоять. Камеру ебанская еще от первого лица из-за этого. Типа, они сделали специально, что ты можешь вот так вертеть. Но это неудобно. Еще загадку. Я пытаюсь, но есть какой-то ебанский лазер. Надо пустить, который криво попадает. Твич мобильное приложение, какие-то сратые иконки придумали клавиатуру. Они не только в мобильном приложении переделали. Там интерфейс десктопного твича стал как будто, короче, зум на 300 где-то сделан. Довольно странно.
Все, крупный какой-то стол у ебанской, не знаю зачем. У тебя не поменялся, у меня поменялся. Кто юзает десктоп Twitch? PC Master Race, нормальные люди, а что? Кто смотрит не на писюльках, так сказать? Тоже все старое? Не, чуваки, у меня все поменялось. Не знаю, с чем это связано, конечно. Не, про десктоп Twitch. Естественно. Ой, бля, что творится? Разное время заносит. Ну, значит, видимо, мне повезло увидеть и зреть новый интерфейс, видимо. Я не знаю, может, они откатили уже? Хуйня, чтобы вам не завезли, умоляешь? Так, а никто не спрашивает, к сожалению. Думаю, что-то спрашивал. Если бы еще кто-то спрашивал, год. Бля, чуваки, загадка тысячи лет. Потом покажу, если у меня будет отображаться и напомнить интерфейс. Вот что, вот оно прям бьет вроде в кристалл, но, видимо, этот кристалл неактивный, поэтому не отражает или что? Почему так всрато? Можно заменять иконки рядом с ником. Может, он про мобильное приложение? Типа на мобилке раньше нельзя было это делать. Мне надо, очевидно, вот в эту хуйню попасть, чтобы она сюда ёбнула. Ну вот же попадает, да, вроде как? Нет, не попадает. Блять. Чуть-чуть я зашел и все. Что за хуйня? Или она никуда не отражает, типа в этом прикол. Я не понимаю, бля. Во! И чё? Это не то? Мне нужно знать, какая конкретно что, куда отражает. Должен найти нужно, а я ебу. Что там нужное? Ну, этот вот куда-то вообще в жопу отражает. Это куда-то вниз отразил. Она как-то странно работает, блять. Эти сраты хуйня, пиздец просто. Вроде попадает, нихуя не попадает в итоге. Ну и чё? Откроется дверь, не? Чё ещё надо-то? Господи. Mm-hmm.
Я уж все спылы успел забыть за это время. Куда я вообще иду-то? Сюда, что ли? А что здесь? Голова от этой игры начинает болеть. Плохо, плохо. Но осталось ее полчасика, поэтому. Так, а это что такое? Это я отсюда пришел. Это я отсюда пришел. А здесь что? Подождите. Ничего не понимаю, блядь. Или я отсюда пришел? Что? Говорят, другая комната. Ничего не понимаю. Какие-то загадки дьявола. А это что за комната? Здесь тоже, что ли, надо говном посветить? Или надо своровать кристалл для другой комнаты? Что за говно? И куда я пришел опять? Я куда-то назад вернулся. Что? И что? И зачем? Сейчас. Оби кену. Обикену. Экта люме. Блять, только вспоминать эти ебаные, сука, спылы. Дай модуль около минуты, забани кое-кого, может реально голова пройдет. Ну, возможно, имелось в виду в обратную сторону лайт. Но я понял, о чем ты. Так. Нам нужно из камушков словить. Составить, точнее, вот сюда. Обикену. Блин, а мне каждый раз надо кастовать на каждую шмотку отдельно. Обикену. Произошло некоторое фиаско, ну ладно. Что? Я забыл. Тиалу дал. Я что-то открыл, походу, чуваки. Подстраиваться под игрока со временем? Я не думаю. Ебать, это на время, что ли? Тиалу дал. Что? Не понимаю. Что? Чего, бля? Подождите. Что происходит, бля? Ясно. Обикену. Тиалу дал. Not enough. Обикену. Блять, а как вот его? И потом мне наверх залезть. Я могу? Есть подозрение, что так не получится. Может, отсюда надо с собой притащить его вот так как-то? Не? А это что такое? История храмов какой-то. А, одолеть приближать предметы? Точно. Эктонамет. Как там? Обикену. Но я не могу поставить его. Эктонамет.
Что? И как? Что, как это работает? Эктономет. Эктономет. Как двигать ты его? Это приближение? Намект экто. Ого. Руглфонд. Что? Отпусти, блядь, дурак. Тял уда. Ой. Я попал в ловушку. Но, видимо, это сюжетная ловушка. Окей. Что за хуйня? Что нам показывают? Пошли. Да, спидран страц. Тупо спидран до концовки с падением в помойку. Что нам показывают вообще? Какие-то караваны идут. Кто-то кого-то проткнул, кто-то вырывает глаза себе зачем-то. Так, что? Мы играем уже? Ой, лагает пиздец, как будто это... Что, а что? Почему так лагает? Подгрузка типа что-то такая? Жесть. Чуваки, ноль фепсов. А что за хуйня? Все? Пиздец. А что такая лагучая-то? Люметял. Что? Люметял. Экта люме. Колдуй оптимизацию. Да походу бесполезно. Это что такое? Лечение. Плоть — это заранее определенная схема. Знание изгиба позволяет отдавать приказы. Ну, короче... Йегамиде. Ого. Ого. А это что? Руна присутствия. Ну, видимо, я пока что и не могу открывать. Что-то надо поставить, видимо. Yeah. Есть какие-то камушки? Гермастер. Ты гермастер, то голова болит будет на утро. О, бикену. Нет, не знаю, что я могу притянуть здесь. У тебя не болит. Мало пил, значит, мало пил, значит. Уиви. Уиви. Винифепус. Люметиал. Да почему она не работает? Люметиал. Люметиал. Бля, надо именно вот так произносить, как она говорит. Пиздец какой-то. Много это сколько? Ну, чтобы голова болела. Логично, по сути. Получается, что... Может, мне надо поймать эту хуйню? Огонь, типа... О, бикену? Я не могу. Тял уда. Интересно, и в чем смысл? Типа перед лицом блокировать, чтобы дальше пройти? Да что такое? Тял уда. А! Тял уда. Как там хилится-то? Йегамиде. Йегамиде.
Да ну ёб твою мать. Колдуй воду, я не умею. Хилиться только в воде, в смысле? Схуяли? Его миде. А я, может, еще не знаю, я еще не нашел. Бля, что так лагает, пиздец? Чего хилиться только в воде? Что это за хуйня какая-то? Экта люме. Это кто такой придумал? Что за дурацкое заклинание? Если предел досягаемости есть вода, мое тело способно восстанавливать раны. Ясно. Ясно хуета. А не заклинание. Ясно. Эчпочмак заклинание насыщения. Но это вряд ли заклинание, потому что его надо готовить, поэтому... Как беда. Знание ласкает тебя водичкой. Ничего не знаю. Можно ласкать себя и без водички так-то. Тиалу, да. Сработало. Тогда не сработало. Может, ты на них хилишься? Ну да. Тиалу, да. Да что ты кастуешь? Какой свет, блять, идиот? Ой, сука. Мразь какая, а? Тиал, уда. Не, не буду я ничего показывать. Нам-то зачем? Тиал, уда. Блять, а почему я сдох? Я же не за... Я же фулл хп был. Почему я сдох? Ай, бля. Почему я сдох? Это очень странно. Два фаербола. Так в меня только один попал, по-моему, не? Разве нет? Или успел попасть, просто анимации не было. Тиал, уда. Да что ты кастуешь? Тиал, уда. Ну, сука. Тиал, уда. Тиал, уда. Ой, блядь. Вот сука. Так, здесь что-то вниз можно спуститься. Тоже? Тиал, уда. Тиал, уда. Не работает. Здесь не пройти, ну то есть сюда, допустим, окей. Тиал, уда. Нет, не работает. А это что? Ебать, ты кто? Экта люме. Но оно боится типа света. Или не боится? Говорит, как боится. Что? Что за урод какой-то? Что делать? Как хилиться? Нет воды. Нужна вода. Экта люме. Все лагает еще, чуваки? Просто пиздец. Есть какая-то печать огненная. Иди нахуй. Тиал, уда. Что? Тиал, уда. Экт люме.
Блять. Тиал Уда. ПДТС Фолловер Спанов. Да, мне прислали письмо. Почитаю, посмотрю после конца этой игры, как таймер закончится. Тиал Уда. Но я не успел его закрыть. Я не знаю, как я должен успеть его закрыть. Он какой-то дурной, бля, непонятно. Тиал Уда. Алло, бля. Где эта хуйня? Алло, ты идешь сюда, хуйня? Где он вообще? Он застрял, что ли? Бля, эта игра супер багованная, пиздец, чуваки. Экта Люме. Тиал Уда. А как закрыть-то? Тиал Уда. Или просто надо в тайминг попасть? Я не понимаю. Что за хуйня? Как это работает? Или типа надо, чтобы он сюда зашел? Тиал Уда. Ворота задержка. Ну так и чё? Как я должен подгадать тайминг? Экта Люме. Типа я его должен так держать просто, чтобы он стоял, и они закроются. Это очень долго. Но они что-то очень долго не закрываются. По-моему, какая-то хуйня, гайс. Если это не так работает. Что? Понос, бля. Какой-то вообще урод вылез на меня, напал внезапно просто. Кто это вообще? Чё нахуй? Бля, еще и лагает, как жопа последняя. Ну и помойка, а не игра просто. Кто конкретно разработчики этой игры? Не знаю. А чё? Не, я понять не могу, хули она так лагает? Типа, бегаешь в лагах в каком-то 15 FPS. Просто невозможно. Еще не лагало бы, похуй было бы. Тиал Уда. Тиал Уда. А, охуенно. Понял, я еще и тайминг должен ловить. Тиал Уда. Что, бля? Ебать. Well. Охуенно. Это вообще смысл... Экта Люме. Учить спелхила. Что он супер помойный. Юзлесный. Он хилит только в воде. Voice controlled spells and friendly insults. Чего? Friendly insults. Insults — это оскорбление. Чего хорошего? Поругаешься на напарников?
Тял уда. Тял уда. Тял уда. Великолепно, блять. А здесь есть эта вода, где похилится? Как хилится-то? Егамиде. 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 Но воды типа нет, да? Здесь все блестит, но это не вода. Тял уда. Тял уда. Экта луме. Но он не зашел, да? Понятно. Понятно, короче, как это работает. Тял уда. Тял уда. Экта луме. Так, и что? Ну, закрыл я его, что дальше? Ничего мне. Что мне это дает? Теперь я могу спокойно здесь ходить или что? Я все еще бегаю в 0 FPS, они постоянно подлагивают. Вроде 60 вот сейчас. Но бегаешь, короче, оно как-то, блядь, супер лагучее. Прям отвратительно просто. А каждая настройка, смена настройки в игре требует тебя перезапуска игры, если что. Что происходит, бля? Что мне делать дальше? Ну, закрыл я его, что дальше? Здесь вообще есть что-то в этой комнате? Мне надо его сжечь? Мне сюда надо идти? Да, здесь тоже что-то активируется. Какая-то нажимная платформа как будто. Вестники справедливости. Научить силе знака огня можно лишь те, кто не знает жажды власти и стремится к правосудию. Такие становились вестниками справедливости и отвечали за сохранение порядка, используя силу только там, где предавались идеи равенства. Чё? Типа я что-то должен сделать для этого? Здесь можно камень подвинуть, идея равенства. О, бекену. Ничего не понимаю. Что-то мне хотел. И что можно сделать? Какая-то надпись была. Руна присутствия? Здесь что-то должно стоять. Ну вот же оно стоит. Обикену. К этому. Намет экто. Это недостаточно, типа, или что? Что мне нужно сделать? Что-то мне хотите? Идея равенства. Используй силу только там, где предавалась идея равенства.
Короче, мне еще и закрыли здесь. Сито. Обикену. Чё, бля? Что дальше-то? Кто не упадет? Так я не шифаряюсь. Я пытаюсь понять. Или мне нужно перепрыгнуть отсюда, выйти просто. Я могу это сделать? Ну, пойдем попробуем. Обикену. Ебать, там что-то есть. Какая-то хуйня. Тиалуда. Блять, а как это? Тиалуда. 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 Это так должно было быть? И что дальше? Нихуя не понимаю. И чё? Теперь у меня есть камень, и камень мне для чего? Обикену. Куда эту помойку нести? Ебать он там. Бегает. А чем мне камень? Чтобы обратно вернуться просто, что ли? Но я не научился же ничему. Я же ничего не изучил в итоге. Точно так должно работать. Блять, куда я камень? Оби кену. Блять, че он выше него? Обикену. Да что? Обикену. Он не берет его. Обикену. Та игра, в которой канале нужно говорить, да. Ты камнем можешь защищаться. От кого мне защищаться-то? От огня, что ли, ты имеешь в виду? Мне вообще выпрыгнуть отсюда сейчас. Так я не могу отсюда выпрыгнуть, запрыгнуть, по крайней мере. Обикену. Как мне ткань поставить, чтобы наверх запрыгнуть? Ну, я хуй знает, гайс, как. Обикену. Там их два. Где? В каком месте? Я не вижу, где второй. Обикену. Тут что-то вот с этой можно хуйню сделать. Я не понимаю, что. Статуя, какая статуя. Вот это что ли? Я вообще не видел. Обикену. Обикену. Ебать. А я просто с одним камнем запрыгнул. И без нее. Вот так, если что. Пиздец, ну и жопа. Кто заказал это? А зачем тебе? Обикену. Вау. Конечно, гениальное дерьмо. Что дальше? Знак огня. Маги позволяют не только создавать манипули, а также уничтожать. Выражение Атул Агни. Бросает маленький огненный шар, прилипающий к любому объекту. Скаф. Сжечь и уничтожить все вокруг с разной силой. Атул Агни. Атул Агни. А зачем? Ебать, что это такое? Что это? Что это?
Уда. Уда, но тем. Уда, но тем. Хатул агни. Хуй, я не понимаю. Обикену. Такой щекотный, 2000 лет эту, блядь. Атул Агни. Блядь. Как тебя убить-то? Атул Агни. Уда нотен. Его нельзя убить, чуваки, мне кажется. Атул Агни. Что? Уда нотен. Уда нотен. Господи. Ну и хуйня. Ладно, время вышло, чуваки, этой великолепной игры. Да, великолепно просто. Просто да. Люми тиаль, как говорится. Люми тиаль. Дэээ...